Друзья, всем снова привет. Меня зовут Гримакс. Сегодня продолжаем играть на севере Пять черепов. Охотиться за философским камнем, который нам необходим для сборки, для окончательной сборки завершения стола алхимика. Ребята, поддержите меня, пожалуйста, опять лайком, потому что я и пока еще не выбил. Сейчас, где у нас этот... Ух ты, ребята, смотрите, что у нас тут. Что у нас тут интересненько. Надо, знаете что? Надо на истязателя идти. Так. Где у нас философский камень-то? Ну, в общем, все и так знают, как он выглядит. Это и так понятно. Вот. В общем, я бы хотел уже наконец-то его выбить, потому что уже я прошел. Внимание! 139 локаций. Я уже устал. В общем, вот с таким... С такой сборкой я иду. Волк у меня пока вот такой. Ну, в общем, посмотрим, что у нас как. Конь у меня... Ну, сколько голодать будет. Давайте вот так вот сделаем. И сейчас покажу, какие я скиллы поставил. На рыцаре будем сейчас тестить. Взор ворона поставил. Ну, в общем, все как обычно. Старьёбщика будем искать обязательно. Не знаю, хватит ли мне брони. Ну, вообще должно хватить. Я же на второй заход всегда бегу уже медную броню, а не... Ну, точнее, медный нагрудник. А не... Ну, вы поняли. Они чисто все бронзовые. Так, нам бы... Вот что-то лагает жутко. Лагает жутко. Да что ж такое-то, блин. Может, ты не будешь лагать? Нет. Уйди, пожалуйста, отсюда. Так, у нас... О, у нас тут с вами сундучок есть. Так. Давайте-ка вот этого убьем. Что я больше не вижу ничего. Странно. Вот расчистил проход, да, вроде бы хорошо. Ну что, давайте тестить, как это у нас будет. Уклонение работает или нет? Инквизитор к нам подошел. А давайте-ка его, знаете что, затыкаем алебардочкой. Так, ладно, книг пока нету. Блин, ну вот лагает. Это вообще мне, ребята, это не нравится. Надоедает это уже. Тихо. Вот это обидно, что сейчас бот пришел. Ребят, не видать нам старьевщика на этой локации. Так, первый сундучок открываем, посмотрим, дадут ли нам его открыть или нет. Пока вроде бы все тише, все тихо да гладко. Так, ага, слава богу, тут ведьма сидит. Спокойно можно открыть. Мне так одиноко. А мне тоже одиноко без камня. Сколько можно? 140-я локация уже.
За механизм спасибо, кстати. Так, ага, вижу, там он еще есть. В той стороне сундуки идут. Уклонение пока не работает. Обидно. Так, ладно, давайте откроем сундук с цепями. Ну, нормально, в принципе. Нет, ну понятно, ну фигня, конечно, да. Это... бесспорно. Ну, тут хотя бы вот овсом накормит. О! Мне один так морозный кинжал дал. О! Первая. Пошла родная. Я, видите, на этом арбалете как сэкономил. Этот арбалет отличается от тяжелого тем, что вы сэкономите бронзу. Ой, нет, не бронзу, как его. Железо. Ну, железные слитки. Ну, это действительно дорого. И две тетивы. То есть на две тетивы дешевле. Получается. Задрал, станет-то уже, блин. Еще один. Вот это плохо. Надо отбежать немного. Когда у вас такие ситуации? Да блин, не успевает ходить, господи. Ну что ж такое-то? Все, пошел вон отсюда. Окей. Так, ребятки, давайте сейчас смотрим, что там нам выпадет. Так себе. Так, момент истины. Да. Так, друзья, вторая локация у нас. Я вижу снова сундук с цепями. Какое счастье. О, мясцо. Мясцо подогнали. Так, чем удивит нас это? О, ребятки. Очень полезные штукенции. Очень полезные. Так, давайте кто-нибудь первый. Во. Надо их быстренько очистить всех. Так, ага, ладно. Давайте попробуем вот этого. Кто ты у нас? Ага, понятно. Ну давайте вот так его попробуем. Блин, плохо, что уклонение пока не хочет работать. Не-не-не-не-не-не-не, давай-ка вот так вот с тобой сделаем. Вот, вот так вот, молодец. Так, держать. Вот этого дяденьку я ненавижу. Ух ты, нам волк здесь выпал, ребят. А там инквизитор стоит, но мы пока не будем его трогать. Мы пока его не будем трогать. Понятно, пока не хотят нам кинжал давать. Я вот не знаю, может ли еще что-нибудь выпасть из ледяного оружия. Но по идее, да, может. Там ледяной меч, ледяная алебарда, ну это такой шанс. Так, волка бы нам тоже, по идее, бы сегодня с вами. Ты чё, с ума сошел, что ли? Ну, нормально. Ой. Ой. Ты гадина, из-за тебя я чуть... Ты смотри, чё, а? Бушует-то как. Из-за нее я чуть не погиб, блин. Ну, скажу так, у нее, в принципе, нормальный лут. Относительный такой. Но, блин, что-то жарко. Жарко что-то стало прям. Давайте вот так вот сделаем пока что. Ага. Так, ладно, у нас есть еще один где-то сундучок. По-моему, вот это мы его... Ага, мы его открыли уже.
А, значит, у нас еще вот этот тут есть. Да блин. Все, открываем, быстренько открываем, пока не поздно. Так, блин, сейчас броня вся так слетит. Надо аккуратнее. О! А вот за арбалет спасибо. Хотя бы так. Не, ну арбалет меня устраивает. Давайте-ка глянем, что нам в этом сундучке дадут. Может, уже что-нибудь веселенькое. Ой, я чувствую, сейчас будет вся броня моя. Все. Ребята, только что я забыл записать в ролике, что мне с этого раздолбая выпала последняя книга «Мощный удар», том 10. 60 урона наносим теперь, якобы. Там же пофиксили. Что могу сказать? Это мы дождались этого наконец-то. Теперь ждем, когда нам в картишке через 100-500 лет выпадет книжка на 11 уровень. Блин, а то тут беды. Тут надо волка вот так. Блин, успел. Ух ты. Вот никак не ожидал, что нам это даст. Семечко овса. Так, окей. Ой, уйди, нет. Вот не до тебя. Не до тебя. Ну что же, я могу смело заявить, что Север сегодня у нас богат книгами. Прям целая библиотека. Ну вот камень мне не хотят давать никак вообще. Волка хотят давать какого-то. Так, а вон там еще один сундук, который я не открыл. Кстати, вот тут я еще не все взял. Давайте так попробуем, что ли, у нас нет вариантов. Ой-ой-ой-ой-ой. Тогда мы сейчас... Уклонение сработало. Так. А ну-ка. О! Видали? Работает. Ой, ночной гость. Ночной гость, уходи отсюда, не надо. Никогда не приходи сюда, пожалуйста. Давайте сундучок последний с вами откроем и разойдемся. У меня что-то тут все плохо уже становится с хилом. Как-то. Ну, на две локации, я думаю, мне хватит. Так, ну, в общем, ничего интересного в этом сундуке. Вроде бы мы с вами все открыли. Ну что могу сказать, я очень польщен на самом деле тем, что мне выпала книга на мощный удар, мне выпала книга на железо, мне выпала еще какая-то вроде книга. Хотя нет, по-моему, две книги всего выпало. Так что, ребятки, ходите все-таки на север пока что. Ну, постепенно вы прокачаетесь тут, конечно. И можно уже смело идти в героя хотя бы вот с 8-9 уровнем, там примерно. Вот. То есть, ну, это реальная тема. Север это тема по книгам. Вот. Так что. И единственный минус моих способностей — у меня недостаток оглушения. У меня его нету. Ну, а на этом ролик у нас подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите пальцы вверх. Это я уже сказал. До скорых встреч. Пока-пока.